Приготовить, поехали. Передней рукой работаем. В руках такой молоточек работает. Ножки постоянно готовы. Будет неплохо, если чуть-чуть получше станет, поближе тогда вот так. Все.
Илюк, пока не старайся делать быстро, пока старайся делать амплитудно, а потом уже амплитудно по длине. Сейчас его унюхаешь. Тяжело, попробуй бросить больнижний, попробуй бросить боевой боковой. А соответственно с этим это, прям плечо так, ну как на это, на прямой. Снизу, сбоку дать. Так. Хорошо, хорошо. Прямой боковой вид отвечает только положением локтя в конце удара. Все. Поменяли только садки под собой, когда вы держите сюда прямой. Пробуем нижний боковой торт удар. Кстати, пока ближе уже. Пока снизу. Не важно почему. Пробуем, да, это сильный. Там будет потом это короткая дистанция. А сейчас это вот. Так, ну прежде так снимать. Работаем другим. Попробуй на раз снизу, на раз бок ударить. Чтобы разницы прям не было. Не роняй его на есть. Роняй его, чтобы ударить. Хорошо, выйти не выйти. Перестаем зарабатывать, когда устаешь. We are animals. Хорошо. Сейчас ближние бои, тайком фронтально, боковые, нижние. Иногда можешь прямой перекрасить вот так вот, чтобы сбросить нагрузку. Особенно внимательно повторный передней рукой, чтобы рука работала как... Не знаю, ну смотри, болталась как плеча, лопатка болталась, как приятный лёгкий. А Иван в прошлый раз делает неверно. А Иван в прошлый раз делает неверно. Так, ну я, кстати, не знаю, вот тяжелее, быстро делать маленький или тяжелый? Ну, маленький тяжело, ну, спорный вопрос. Да. Там Илюк, это один килограмм, потому что, да, его как-то это, скорость его чтобы... Да. А полторашка, если жаль, когда маленький, надо быстро делать. Не знаю, Иван делает себе легко было? Ну, если ты, что ты делаешь? Да, 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 стоит, то возьми. Нижний боковой. Да, и там, да, там просто выжигает. Хорошо, у тебя можно. Да. Стараемся предрасслабить плечи. Руки вот вверх, но меня ощущение, когда так вижу руки, больше бицепс работает, чем остальные плечи. Выходит положение для полуёбки, получается, но там как бицепс. Расслабленно. Руки ранят. Смена стойки. Плотину корт, смотрите, а лопатки очень полно амплитуду. Хорошо, собственно. Руку крайне дальше. Даже передний, чтобы удар был туда, тебе лучше пяточку больше изменил, просто через мастер. А как я смог смотреть? Только удар смог смотреть.
Я работал в пятку, пораньше плечо туда, поменяю форму. Я не думал, что можно я кинуть его приятно? Что? Какого-то, по трафунтика. А-а-а. Вот так, смотри, бежал, смотри, я смотрю, лучше. Порыл там, кого ты сбивай, вот. Руки уже нравятся. Вибратор, стены вибратор, сложу в сердце. Хорошо, отдыхаем, отнимай тяжело. Сейчас последний, без гантелей. Зеркало не смотрим, вообще сложно, можно гантели. Что? Деньги еще, можно гантели? Стою, что можно, да, и гири. Если бы твой рандом нет, ну ты два, играть, а потом ты еще твой рандом делишь, так вот. А? Ну ты еще твой рандом делишь, попробуй. Интересно, можно это что-то сделать? Вот сейчас раз, не, я видел это, мужик там, гирю 24 по полтора, не знаю, 16 ногою. Ну не видел, вот так, видел, это такая. Так что, знаешь, я думаю, что кто-то поможет, это, а как Казань, делится, сможет, фильм может. Иногда сильнее, здесь держать, он висит, ну, сильнее, чем лучше. Он здесь вот так вот делал, с ногой, шире ногой. Там такой мужик, кстати. Он куда там, он не вообще хороший. Ну, я не знаю. Нормальный. Я вот не помню, я просто у меня отрезал встречи, когда я еще не знаю. Все, кто не смотреть, не смотреть, как бы, меняем направление. Считай. Старайтесь меня это пролет побольше, где будет смотреть. Скорость. Ну как, отель-то нету. Организм большая машина. Цельная. Каждый дом летает все тело. Но пока ты просто подходишь, не взлетаешь. Нет, я такого. Бросишь его. И понес руку. А ты вот там руку держать прямо. Вот можешь даже стоп взять. Раз. Все плечо, все тело, все живот, все ногу. Очень жесткий удар на короткую руку. Прямой. Удар. Нет, прямой, сзади здесь. Надо руку отпустить пола, надо прыгать его. Где-то не смотрел, посмотрел где-то, все. Где-то не смотрели сюда. Люк, я знаю, что там тоже где-то, да? Прикрепляйтесь, да? Попробуй с этой, прийти с ним в ход, иди а потом он продать. Все вот как единственный, один-единый кусок, он здесь летает туда. Да. Старайтесь собрано расслаблено, а то я понимаю, что как играешь, уставать как ты нет. Вот на один плачок, где ты можешь расслабиться и собраться. Хорошо.
Отдыхай. Все, фиксируем ручки. Одеваем перчатки. Ты не пролупишь? Все,
Это как бы, как бы сказать, это ФБ такой, здесь сверху, да, с управляющим героем, где вы спишете. Всегда есть своя база, есть база сотрудников. Да, но там, кроме как герой, кто управляет, ты ничего не можешь. То есть у тебя есть как две базы, твоя и противника. Но ваша задача разрушить главный маршрут на базе противника. А его главный. У вас есть команда 5 человек, у него. У вас участвует свой герой. Плюс еще как вы падаете, они там посылают свои твари, то есть там постоянно такая машина идет. И ты бегаешь между этим всем там по лесам, короче, там. Убиваешь других там. То есть и цель разрушить не важно. Ну, короче, он вот там. Ну, вот так все скорее они уже передрали, знаешь. Ну, вот я, да, такая рота, она, блин, я даже не знаю, наверное, бонус. Меня больше убил, что есть профессиональные игроки, которые зарабатывают, готовы играть дождь. Так это во многих играх здесь такие. Сейчас лучше со мной мы проходим соревнования. И, да, это киберспорт, так называемый. Да, да. У нас по компе были чемпионы в мае. Посмотрите. Ну, это давно ты пиздец, конечно, я думаю. Который сколько играет, а? Не, я имею в виду, который это чемпионы там. Я играл с чуваком, чемпионом нашим местом в студии по поклику третьему. Потом выходил за компьютер, ударил по поклику, да? Третий поклик. Это пиздец. Это нереально вообще. Порой такое ощущение, что он как-то четверит. Ну, то есть нереально так легко стрелять, нереально так двигаться, то есть, ну... На самом деле, чувак просто смотрит, что задолжен, что он. Его скорость реакции, скорость, как говорили мышцы, скорость... Очень гипрессиальный. Да. Вот, ну, блядь. Ты скажешь, что, да? Не знаете, там как чемпион этот подходит, девчонка это обзорщик этих игр, подходит, полуголая такая, она а им без разницы. Она говорит, ну что ты скажешь, как будет конец света, он говорит, буду играть тот, он говорит, ага, да. Ты здесь не имеешь власти. Да. Нет, ну реально, на самом деле, вот эти игры затягивают как спикер. Если сейчас увлекаться, блядь, все, можно... А тут контакт, все лучше, а? А тут контакт, все лучше. Блин, ну, так не затягивай, ты встал и пошел в пароход. Да, не знаю, смотрю. А телефон до контакта стоит при этом опять же. Не, у меня просто телефон. Ты же Лёва. А тут не затягивай. Ну, если ты подрахнулся, и все, как бы, тебя отпустило. Ну да, а потом муху потом за тебя перетащивает. Ну, слушай, ты какой же там? Ты не будешь смотреть, ты не знаешь. Ну, я вас на видео снимаю. Все, видео снимаю. А Лёва сматывал дальше. Как-то можно, блядь, взрослые же люди, а он ребенок. Я так говорил. Привет, я ему очень красивый молодой человек. А что будет первым, повторяем? Ну, я сейчас спрошу. По руке, идем. А задача, Илюха. Задней рукой. Жесткий, да, плечо, рекорд. Ваня, который провалит, и я работаю с данным тренером, а работаю все это. Удар лишнего. Так что это, не забегу. Как будто как приточку масла. Ну что, раз, нормально было? Ты себе сам не, нормально было. Ну вот сейчас, я видел, он сайт не выжили. Голова другая. Готов? Вот так. А, Добрый. Добрый, да. Что, готовы? Да. Кап, взял, кстати. Да, взял. The sheep for rest is the one I love. Спасибо. Так, иди сюда сейчас.
Чудовище, иди! А. Ну что, я тебя грязь буду тащить? Вы кому сейчас убиваешь? Иди ловко. Не, просто я привыкла, что ловко мне пришлось. Серёг. Серёг. А. Прости, девушка так доверила. Ты где? Чудовище, иди сюда. Она спрашивает. Меня звали. Попробуй. Видишь, её забил. Короче, ну, блядь, она чё-то лежала на них. Может, ножом? Ну да, ножом скорее. Ну, горячая вода, она попала, там заехал на бордюр, там вода тэпая. Да. Народ смеется. Короче, чудовище, а ты погасишь себя поверю. Все должны знать. Красивая. Да. Сама уверена, да? А я посажу, как они в дюбле. Все, открыл я. Давай. Я вот тоже себе свалил новую, но у меня пока с зубами не решал вопрос. Мне этого смысла нет. Какой? Так, ну что, готовы? Бомбируют что-то? А? Бомбируют? Да нет, там надо их лечить. Сюда кладу. Ну что, готово? Да. Встали, приготовились. Нашли самые больные болезненные точки на теле. Готов? Да. Впереди левая. Да, стоп, против не стой, смещайся. Да. Хорошо. Хорошо, против не стой. Вот, ты можешь не отступать, ты можешь вот так вот. Упереться, да. Ручки не опускай вон. Напротив не останавливайся. Ручки подними. Вот ты знаешь, что он голову не бьет, поэтому перестаешь думать о том, что голову защищать надо. А голову надо защищать. Стоечки. Хорошо, вот получилась такая целая девочка. Хорошо руку приложил сейчас к плечу. Ну, с этой стойки, блядь, Ваня чуть хуже защищается. Ваня, чуть легче удары, левый удар полегче тебе должен быть. Он не должна, не голова даже не обкатывается, черт. Просто касаться, салочки, только салочки. Бьет сильно только он, а ты только салочки. Но поэтому будь готов, даже может по руке съехать рук, это, его рука, поэтому плечо держи сюда вверху. Голову защищай все равно. Ну, молодцом. Хорошо такой. Да, да, да. Держи, попишем. Прицелился. Ну, что-то сегодня вареный какой-то. Наверное, это контейнер был очень тяжелый. И все, моя бабушка сильнее бьет. Ну, у тебя бабушка, может, крепкая. О. Поменяли стоечки. Бабушка бабушки рознь там. Хорошо. Нет. Меняю иглу, Иван. Меняю иглу. Извини. Да-да, голову аккуратненько, да-да-да, работа могу. Не бывает на встречу скажу. Хорошо, ты же почти по руке пошел. Не толкай его, Ваня, а старайся вокруг него плясать. Вот, да, Ваня, я... О! Ручки, ручки, ручки. Стоп! Отдых.
сейчас у нас молотобойцем служит Иван. Илюха его ходит и разводит. Кидала. Ну да. Пару раз маленькие такие, смотрю, находил. Это не получалось удачно, но выходит, куда я вину, что это. А еще хорошо входами немножко поиграл. Ну, может быть, неплохо, да. Видишь, единственное, что мне не нравится, напротив заставиться начинаешь, но это уже это специально. Тут вопрос, видишь, все равно самый... Ну, это тоже важная часть, но все же для меня на данный момент... Лёх, посмотри, это... хорошо? Да. Покорь, да, чтобы это, чтобы ты выцеливал и смог найти свой лёг. Тем более, Лёх как раз подходит, он высокий. Честно говоря, почему он идеальный спарринг-партнер? Как раз его плечо где-то, как у нас голова. И получается, бей ему в плечо, так придет поцелишься голову. Боковыми можно. Боковые и нижние. Главное, жесткий задний. Легкий передний, легкий, жесткий задний. Найти дырочку. Вот в этом был мешанин из ударов, который сейчас, да, попал. Тебе будет найти дырочку, да-да-да. Плотно стоять на ногах, желательно не отступать, не отступать. Можешь принимать блоки удары. Ой. Извини. Так, это берем, чтобы он не нас. Напротив не стою. Ты ставишь напротив, поэтому он начинает. Да-да-да-да-да. Вести на крестом должен быть пилю. В смысле частичного. Ваня должен по-тупому тебя давить. И пристраивать, да, кстати, Ваня хорошо так. Побычь идет. Ну, прицелься. Выстрелить свой удар. Ручки, ручки подними, да-да-да. Хорошо, хорошо, по кругу провел. Значит, соответственно, придется не сильно давить. Значит, надо придется учиться встать и заехать. Легать, 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 легать. Отдохнул нормально, поехали. Не, можно, конечно, спустить, но я думаю, что можно пробить. Отдыхай 5 минут. Хорошо, хорошо. Аккуратнее ему попасть в голову. Так я аккуратно, ну все. Не иди головой вперед, не бычься, Иван. Ручки от себя, стой, ты выцелишь, закрой, закрой, за блоком, работай за блоком, за боком. Принимай блочку в блок. Не уходи, какая разница, не бьет. Вань, кончай придумать, давай, подними, нормально, работай за блок. Приниму это. Принимай, да-да, не, назад не иди, не бычься, просто аккуратно. Не проникающий, так сказать. Я вообще люблю, просто касаться. Ну быстро касаться. Щелкай, щелкай. Не подходи так, бей, бей оттуда. Чего ты подходишь? Ударяй. Ты идешь туда и толкаешь угловой. Пристроился, ударил, пристроился, ударил. Куда идешь? Зачем дальше идешь? И второй раз ударь оттуда. Не прижимайся. Ударяй, поменял с точку. Пристройся, пристройся, ударить, пристройся, ударить. По руке можешь дать, не важно. Тебе удар, тебе надо пристроить. Оп, хорошо, красавец. И там остался. Зачем отошел? Зачем отошел? Принимай блоки, ничего страшного не произойдет. Хорошо. Вот пристраивай оттуда. Вот так и пристраивай, пристраивай, пристраивай. Вот, да. Тебе главное найти позицию, которую ты можешь ударить. Выцелить. Руки, руки подними, не прижимайся, не прижимайся, не прижимайся. Подними руки, в бок принимай. В бок, через бок работаем. Хорошо, и руки. Легче, но быстрее. Речь. Руки, 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 руки. Не падай так. Вот идешь. Смена стоечки. Хорошо, хорошо. Да, хорошо, хорошо. Выцелишься, выцелишься, выцелишься. Не наклоняться. Иди за бок, как за крепостной стеной. Опа, ручки сразу вверх, да. Ты должен подойти, подойти, ударить и остаться. Так, похоже, оп, стал, собрался. Куда ты отошел? Оставайся там, ты уже ударил, можешь второй раз ударить. Не отклоняйся, он же бьет легко. И сразу руки на нос, не отходи, не отходи. Он же бьет легко. Не прижимайся, не прижимайся. Оставайся в дистанцию, где можешь ударить. Хорошо, 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 хорошо. Легче, Люх, легче. Что такое? Ну прям глаз. Бывает, ну туда ты же. Плюс легче.
Все легче, но резко, резко. Вот хорошо, 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 хорошо. И не отзывай дистанцию. Ты же один раз сюда, значит, может, второй раз сюда. Он должен меня типа штукую. Вот, и сам соберись, подготовь второй делать. Все там это. Молодцы. Наоборот, дальше хорошо, что отдохнул. Вот несколько моментов было все же таких. А сначала просто шел прямую и толкал. Вот это что и плохо, понимаешь? А твоя задача встать, прицелиться, ударить. Что сейчас делать? А? Сейчас это то же самое, это, только самое главное, у нас будет левая рука. То есть выводим на левую. Илюха бьет, левый боковой, там, прямой, там, как хочет. Но в голову легкий, по корпусу жесткий. Должен вывести на жесткий по корпусу. Передней рукой можно работать в голову, но легко. А ты работаешь легко, свободно, разводишь его. Меняешь напряжение. Вот у Илюхи еще плохо было. Он все время стоял напротив. То есть он прямолинейно очень хочет работать. То есть, ну это уже ладно. Тебе легче прицелиться. Не, пару моментов был нормально. Стал, даже достал. Если совсем стрёмно, то проси еще легче работать, то есть Илюх, то есть там, ну ты легко что-то. А просто не стой, Ваня. Ну да, здесь кольца. Легче, легче, Ваня. Легче. Легче, но быстро. Руки подними, 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 готов защитить. Я понимаю, что по голове не бьет, но... Илюх, ты подготовь это. Раз, два, три, бах, три, боковой. В этом и сложно как раз, в этой мешанине из ударов, если человек нормально работает, найти свою дырочку и вложиться в нее. Стойку поменяли? Да. Вань, старайся корпус не защищать, а принимать на локти там или живот собирать. На замах не очень, поэтому можешь ударить передней рукой. Хорошо, ну вот, да-да, молодцом, да-да-да. Здесь и прижаться, и подвигаться можно. Замах не вывелся. Заднюю руку, что ты прижимаешься? Заднюю рукой кинет, а левую будет ударить сильнее. Ну вот. Ваня, не стой на месте, не стой на месте. Легко и свободно. Пешком ходишь. Двигай, ты меня стоишь. Ручку подними, Иван. Не сильно, Иван, а быстро. Легкий, да. Но не одиночный, серийный. Он должен в мешанине руку выцеливаться. И ты должен вот переигрывать его. Хорошо. О, зачем отошел? Зашел за него. Обойди его. И вот, вот, вот. Не толкать, не толкать, а пройти пешком самому. Ты оказаться должен там, где ему неудобно. А для этого доходить. А тем более тебе нельзя его хватать, поворачивать. Тяжело, Вань, бьешь. Легче, легче, быстрее. Да-да-да-да-да. У меня направление. Только идешь по правой. Ну, хотя бы на дороге. За спину легче идти. Ну, хорошо. Стоп, отдыхаем. Нормально. Чтобы ударить передний, надо очень хорошо, боковой. Можно вывести себя задним. А зачем сильнее задний замахнешь, ты можешь даже коротко ударить рукой. Ты можешь даже вообще этим ключом показать, что бьешь. И тогда будет легче ударить передний. С одной стороны, бить замахом неправильно, но ты маскируешь этими сериями свой замах. Открыли туда. Люк, тебе тоже что-то тяжело, да? Жарко, бля. Жарко? Да. Странно, вырву это.
туда. Ну что? Ну, чуть лучше. Посылки готовились. Впереди левая. Иван жесткий, лег двигатель. Вань, ты отступаешь, как ты его ударишь? Не знаю. Ты должен встать на свою дистанцию. У тебя дистанция такая, надо средней поставить к ней. Но не прижиматься и голову не опускать. Иди боком вперед, вот я вперед иди. Нет, так не получится, надо развести. Вот, да, хорошая идея, только очень размашисто собранный. Принимай блоки, за блок ударяй, с блока ударяй даже. Руки опускаешь, и через руки начинает накидывать. И правильно делает. Вот ты прижимаешься, что толку прижиматься? Вот останься там, не прижимайся. Вот. Для того, чтобы ударить тут, надо успеть еще и правым плечом двинуться. Отходи, не отходи, ты в блоке стоишь и все. Хорошо, уже одиночку. Надо выводить себя на него. Значит, серии, серии. Из трех ударов. Передний, задний и передний жесткий. Подними, нельзя отдыхать. Чревато. Ручки. Лег напротив, ставишь. О, хорошо. Сними ногу. Впереди правая, то есть левая. Выводим замах. Одиночный не стоит бить. Ручками. Опа, получше было. Замахал автомат немножко, так. Хорошо. Хорошо. Ну, ничего себе, лучше подними. Я вешать это не буду. Чего, сосать можно? Ну давай я тучу повешу на это. Ну, положу на хвостик сейчас, поставь броню, посмотришь сейчас сам. Да? Ну, очень это, да, такая. Ну, так, надо сказать, что такая у нас только вторая тревога получается. Да? Люхи не очень хорошо пострелили, но ему понятно, почему, потому что для него маленький рост очень. Ну, сложно вложить туда, вниз куда-то. Зато он двигается у тебя хорошо. Ну ты сейчас потихонечку начинаешь собираться, но я думаю, как раз хорошо, что если ты посмотришь сам и поймешь, что тебе не хватает. Мой взгляд такой, что тебе не хватает, грубо говоря, вот этой способности туда давить, но не прижимаясь. Вот так давить и видеть его. Да, пропускать, потому что ты просишь его легче бишь, у тебя даже в голову прилетает, ты сам видишь, и в конце ты сделаешь так, раз, два, три, на середине, чтобы это, грубо говоря, чуть-чуть попробовать порисковать. Ты рискуешь, не рискуя. Сейчас у нас размены жесткими ударами. Да. Я это заканчиваю. Это в корпус, да? Да, по плечам в корпус, но голову защищай на себе, потому что по руке можешь ехать только так, голову. Не бывает. Блин, кулак. Блок на кулак, кстати, да. Забывай, что плечи у нас вместо головы, поэтому бьем плечи. Иначе нафига мы их набивали. Ручки не роняй.
Люк, все, перехватывай, попробуй перехватить сильно. Смена стоечки. И уходи назад под тем же углом. Уходи, смещай в сторону. Выходи. Вот, да, да. И назад только смещай в сторону. Назад, да, да, чтобы было это, чтобы загонять было не хотелось тебе. Аккуратнее, да, я говорю, что причем, вроде, а это часть нашей работы, конечно, профессиональная. Вода. Собака. Ну, хорошо получилось, не удержал. Выходи не назад, Ваня. Выходи меня и убью. Ну, сейчас похоже, хоть чуть-чуть от живота. Молодцом, и назад не иди, не иди назад. Он вяжется, что после удара, конечно, ему придется, приходится обсаживаться. И с шагом в сторону, вот чуть-чуть, да, чуть-чуть изменил правильно, да, правильно. Сам посмотришь, что получится.